Проезжую часть и пешеходные тротуары в Раменском городском округе обновляют в срок и качественно. К такому выводу пришли Юрий Ермаков и Игорь Каханый. Сегодня депутаты проверили ход дорожных ремонтных работ на улице Гурьева. Она не является центральной, но имеет огромное значение для автомобилистов. Почему и я здесь? Потому что очень многие работы проводятся, исходя из консолидированного бюджета. Это не только бюджет Раменского городского округа, это и бюджет, соответственно, регионального уровня. Поэтому, когда такие работы проводятся, мы, конечно, депутатский контроль осуществляем. Ремонт данной автомобильной дороги выполняется по просьбам жителей окрестных домов. Эта проезжая часть давно требовала ремонта. Реконструкция дорожного полотна на улице Гурьева началась 30 июня, а завершится в конце этой недели. Это автомобильная дорога от улицы Гурьева до 2 Октябрьской улицы. В план работ она включена по многочисленным обращениям граждан, и она имела ненормативное состояние. Поэтому было принято решение включить данную дорогу в план на этот год. Протяженность ее 240 метров, участок этой дороги. Общая площадь 2400 квадратных метров. Мы сейчас идем даже в опережение графика. Очень будем надеяться, что погодные условия позволят выполнить все работы, потому что, когда идет дождь, немножко, конечно, сердце щемит, что асфальт укладывается в мокрую погоду. Поэтому надеемся, что солнышко и хорошая погода даст возможность сделать все дороги, произвести весь ремонт в ближайшее время и в свои сроки. Работники Рамавтодора трудятся сейчас на разных объектах одновременно. В Раменском за летний период должно быть отремонтировано 157 тысяч квадратных метров дорог. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Мы сегодня находимся, и здесь строители уверяют, что фактически за 7-10 дней все работы по этой улице будут завершены. А в принципе планово Раменский городской округ готовит все работы сделать до конца августа месяца. Егор Кабанов, Алена Иванова для программы «Городские вести».